Всем привет! Сегодня мы приготовим куриные котлетки. Итак, поехали! Берем куриные бедрышко и достаем косточки. После чего снимаем кожицу. Достали косточку, у меня где-то потерялась отбивашка, и отобьем немножко курицу. Берем просто сковородой сразу вот так. Я думаю, достаточно. Затем надо посолить немножко и добавить чуть-чуть приправ. Берем кусочек ветчины и нарезаем тоненькие полосочки. И выкладываем на нашу курицу. Сюда же кусочек сыра и чуть-чуть сливочного масла. Куда же без него. И все это дело заворачиваем в рулетике. После чего берем фольгу и наши рулетики отправляем в фольгу. Вот таких три котлетки у нас получилось. Выкладываем на противень. И отправляем в духовку примерно на минут 20 при 180 градусах. Итак, прошло 25 минут, наши конфетки куриные готовы, осталось только пробовать. Получилось здесь сочные, вкусные, можно сказать, полезные конфетки. Всего потратили чуть больше, чем полчаса времени. Но если у вас филе бедра чуть-чуть покрупнее, то оставьте их немножко дольше в духовке. Минут так на 30-35. Все, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. До свидания.